привет. Новый год-то будет или нет? Вот. Сегодня моя десятка лучших того, что я бы выпил. С 10 по первое место среди, естественно, это, ну, грубо говоря, виски. Поехали. На 10 месте я бы предпочтение дал White Hertz. Нормальный напиток, понятно, что делается у нас. А если покупать, который делается у них, это дорого стоит. Потому что 10 место White Hertz. 9 место это Ballantine's. Ballantine's 9 место. Неплохой виски, но и не суперский. 8 место это Red Label. Довольно стандартная виски, но делается у нас, бочки привозят оттуда, как говорят. В общем, так. 8 место. 7 место это Jim Beam Apple. Или как его, яблоко. Довольно неплохой виски, но 7 место. 6 место Wild Turkey. Бурбон виски. Отличная. Напиток самое, но 6 место. 5 место. Это не виски, это водка. Но предпочтение отдаю Онегину. 5 место. Одна из нормальных водок, которая еще не испортилась. 5 место. Онегин. Третье место у нас Джек Дэниелс. Нормальный напиток. Уже портится, но с одной стороны Джек Дэниелс, помню, когда первый раз его попробовал, вообще нормально так. Ну его сколько колы пьют, то может так. Самый из самых таких стандартных напитков Джек Дэниелс, третье место. Второе место Джеймсон. Как угодно называйте, Джеймсон, Джеймсон. Нормальное такое, отлично. Хороший напиток, можно выпить прямо от души. Ирландское. Вот тоже один из таких стандартных и нормальных напитков. Первое место занимает Сен-Глентоан. Лучшая виски на данный момент, который я пил. Самый нормальный виски. Отличная. Лучше не бывает. Остальное все это разот на доллары. Так что Сен-Глентоан это виски, которые вы можете попробовать. А я считаю, что это лучшие виски. Вот такая десяточка. Ну что, кто-то по коньячкам, наверное, давится. Золотой резерв, наверное, там, коньяк. Я вообще коньяки не понимаю, для чего они сделаны. Это, я считаю, или мужики такие прожженные пьют коньяки, или так, женщины какие-то. Ну, блин, это, я не знаю, ни о чем. Коньяк этот, бредятина какая-то. Лучше выпить... Лучше выпить абсолют, вы скажете. Да говно это абсолют. Абсолютное. Причем. Потому что это только доллары делают, а на самом деле бодяг, который привезенный из Подмосковья. В Финляндии вообще никогда не буду пить. Испортилось. Это напиток спиртовой. Спиртовой напиток. Полный отстой. Никому не нужное. И дешевое пойло. Никому не интересно. И все делают в подвале. Да, насчет виски Уильям Ловсон. Ну, это ВСЖшники делают. Чисто ВСЖшное пойло, которые думают, что это лучшее. Много отравится, наверное, я не знаю. Ну, не советую вам это брать. Мне уже, блин, хуево стало. Так, я смотрю на это виски ни о чемное. Испортилось, испортилось, портится. Серебряная прохлада, как говорится. Уже там перекупили, и непонятно, что делается. Ерундой тут занимаются. Ну, смотрите, берут, кто-то там травится. Ну да, белога, конечно. Мажоры покупают, думают, круто. А это все обман. Хотя, может, и нет, но она мне не понравилась, она жесткая. Покупаете недорого, что? За такую цену три возьмете, столичные, две. Вот архангельская, да? Бредятина какая-то архангельская. За такую сумму только бутылка стоит. Хорошая, да, неплохое. Особенно Мористер. Ну, это джин, так его иногда можно выпить. Не забываем про деревеньку. Если ты нажрался, почувствуй себя как в деревеньке.
Ну, это вот, знаете, вот кто вот это берет? Я не знаю, кто, может, кто-то из вас. Это такой бредятина, я честно, вот реально. Ну, для чего это вообще делается? Беленькая. Что это вообще-то? Откуда это все появилось-то? Я не понял. Это что? Откуда это? Стаканчик? Ну, это что такое вот, реально? Это ж стыдоба, блин, кукушкинская. Самая нормальная водка. Это водка. Понимаете? А давайте состав почитаем. Ташанская водка. Состав. Вода питьевая, исправленная, спиртэтиловые из сырья Альфа. Ну, даже не знаю, что это такое. Это какая-то странная бодяга, на самом деле. А вот то, что у нас разбирают, как я понимаю, водку. Хотя она стоит, извините, ни хера себе, ашанская 232 рубля стоит. Но молодцы, так и надо делать. Говорят, вот эта неплохая. Дед Мороз что-то говорил, типа они стандартно делают. Вот, но не знаю, не знаю. Люкс, люкс. Ну, вот так вот, люкс. А ты как хотел? Мягков, никогда не забуду, когда пил Мягков. Только вот не вот это, а другое. Ну, взяли вот такую за 500 рублей бодягу. Нормально, литр ему. Что, сразу две за 1000 берите, 2 литра. Вот она, нормально, Сан-Лентон. А это что такое стоит там? Бредятина. Нон-неймский. О, какие надо брать-то. Джонни Уолкер. Кто хочет проблеваться, Бакарди для вас. Кто-то говорит, что мороженое хорошее. Вот. Мне название не нравится. Принцип, да. Над Байкалом прилетал. Водка национальная. Лимитит. О, как, Герасия. Вот это да. Как сказал один знакомый, алкашам похер, что пить. Главное, пить. Говорят, зеленая марка нормальная. Ну, нормальная, пей, пей, пей. Водка чемпион. Нажрался и чемпионом стал. Как наш футбол играет. Целый стенд рекламы. Архангельский. Типа, за 200 рублей самая крутая водка. Ну да. Да я за 100 рублей не возьму. Ерундой занимаются какой-то. А что думаешь, что это Онегин, что ли? Вот Хеннесси у нас, типа, 5000. Ну, это коньяк. Это кто любит коньяк? Женщины там всякие. Или не всякие. Да ладно, ликер Малибу берите и все. Нажраться можно по-любому. Как в Малибу будете прыгать-то. Совет, кстати, для женщин. Понравится. Вот это для мужиков настойка, а это для женщин. Прислушайтесь к моим словам. Контра... Как там? Каунтро, блин. О, как. Джейсон, кстати, нормально стоит. 1400, Ирландия, привезенная из, говорят, ну, мне уже рассказали, привезенная оттуда, но разлита здесь, то есть ВСЖ разлив. А чтобы не ВСЖ разлив, это вот, например, берешь, смотришь, вот, пожалуйста, или вот. А здесь ВСЖ разлив, вы хоть разбираетесь, вот 100% ВСЖ разлив. Кто любит настоящее, раньше было нормальное стоит. Ну, это и раньше. Так что, вот это вот, не знаю, нормально. Так что, такие дела, дорогие друзья.